Всем привет. Ну, только я могу такое сделать. Записала. Целые полчаса делала макияж, весенний макияж. И не записалась. Не нажала кнопку. Но сейчас уж повторять не буду, стирать не буду. Все думаю, дай-ка я вам сейчас покажу. Сделаю обзор пары вещей, которые я купила не так давно. И уже весенний макияж делаю завтра, раз уж я накрасилась сегодня. Сейчас уже стирать не буду. Всех поздравляю с праздником, с 8 марта, чтобы у вас было хорошее весеннее настроение, косметика, которая вам доставляет удовольствие. Сейчас я вам хочу просто показать. Во-первых, ответ на вопрос, какая на мне помада, все время спрашивают. Это моя любимая, 263 номер Dior. Как показать? Вот так. Вот так. Вот, это Dior Rouge, по-моему. Продается она везде, в общем-то. Она у меня рассована по всем сумкам. Несколько таких, чтобы не потерять. Потому что на самом деле она вечно не держится. Точно так же, как и не держится вот этот вот блеск. Блеск тоже спрашивали. Ну, вы знаете, ничуть не хуже буржуа. Он ничуть не хуже абсолютно. Как бы бюджетная версия. Но на самом деле блеск, он не создан для того, чтобы вечно длиться, вечно сидеть на губах. Он, в принципе, стирается. Вот вы вышли, сверкнули там, улыбнулись на кого-то. И, в общем-то, все. Быстро довольно-таки это с первой же чашкой чая это все уходит. Так вот, я вам хотела показать пару вещей. И уж извините меня, на самом деле, встала рано сегодня, все сделала. 35 минут сидела, делала макияж и не записала. Ну что, повторю то же самое, сделаю завтра утречком. Пока сейчас покажу вам. Во-первых, метеориты. Метеориты очень меня радует Guerlain, потому что выпустили вот эту Travel Size. Они продаются, я не знаю, где у меня вторая, по коробочке была, в коробочке вдвоем, две таких. Чем хорошо, что вообще, конечно же, и кисточка тут сразу, и все. Вот, вот эти вот, они, по-моему, только одного тона вот такого делают. Но вы знаете, в общем-то, это достаточно, потому что держат они, как и пудра. Вот, эта кисточка хороша в походных условиях, то есть или вы едете куда-то, или в отпуск, или в командировку, или просто в сумочке на день. На самом деле я пользуюсь вот такой кисточкой для пудры. Спросили, кто-то даже вчера спрашивал, как я использую. Это вот для, вообще как пудру, она очень хорошо держит макияж. Вот, и очень-очень такое тонкое, легкое-легкое мерцание, но не блестит. Вот что хорошо, она вот не дает такого жирного блеска и не блестит, как вот хайлайтер, как будто себя нама. А если, как я говорю, поднажать немножко, то можно, в принципе, использовать и как хайлайтер, то есть побольше. Это, конечно, все равно надо стряхивать эксцесс этот, излишек. Вот, и она можно использовать как... Но я уже здесь нанесла хайлайтер тоже. Поэтому у меня видео это вообще бесполезное получается. Так расстроилась, думаю, ну как это так вот я делала, говорила, все, показывала, рассказывала и не записалась. Кнопки надо нажимать, потому что подходящие. Дальше очень хорошая штука, которую выпустил Dior буквально вот недавно. Это Dior Addict Lip Glow to the Max. Вот такая штука. Когда она меня красила, буквально, наверное, недели три назад. Она говорит, вот это новое, она вот эту использовала на мне. Как мне понравилось. Я думаю, что здесь нужна какая-то, наверное, основа, как вот помада. Какой-то цвет все-таки нужен. Немного. Вот, и вот это, выглядит она вот так. Видите, каким веером таким цветным. Вот, много разных там оттенков. Я выбрала вот этот, он более такой... Нейтральный, но, ребята, какой красивый. Вот сам блеск. Видите, это как блеск для губ, но он такой скомпонованный. И на самом деле держится очень хорошо. Я вчера уже моталась. Весь день у меня вот на мне эта помада была. Ну, как не весь день, конечно, но какое-то продолжительное время. То есть оно не стирается так вот близко, быстро, как остальные. Значит, это вот это. Это какой номер у меня? Это Rosewood. Я напишу.
Вот. Вот такая прям колпачок вот такой же у нее. Вот. Видите? Ложится очень-очень хорошо. Попробуй-ка я включить электрический свет, сейчас вам покажу. Как же это я так не записала, господи, ну что за балда, а? Бывает же. Сейчас посмотрим при таком вот... Направлю сейчас лампу. Видите, нет, не знаю. Но она и при дневном свете нормально тоже. И еще одна вещь, которая очень мне нравится, это совет своей сестры я купила. Вообще я не пользовалась никогда, призмы у меня не было пудры этой. Она мне как бы и не нужна, но вот она очень удобная именно в походах. Ну, в походах, в поездках. Prism Travel, специально Travel Size. Это небольшая такая как бы кисточка здесь. Не кисточка, а вот пуфик вот такой. Вот. В общем-то, это пудра, как обыкновенная пудра рассыпчатая. Вот. Но она дает такой эффект, знаете, как тоже вот держит как бы. Очень дает легкий-легкий такой как бы отсвет. Очень хороший. Вот если кто, кому нужно, вот на самом деле в сумочку уже это гораздо лучше, чем вот эти компактные пудры. Компактными пудрами вообще они когда дают цвет, оттенок и как бы часто все портят. А вот это, если это, конечно, не компактная пудра, не translucent, то есть непрозрачная. Вот прозрачная, вот она. Спанчик такой. Хороший очень. Вот пока особо интенсивно я этим не пользовалась. Я вот как-то с этими метеоритами дружу очень. Вот, но вообще очень приятный такой, знаете, такой гладкий-гладкий, такой сатиновый дает финиш. Ну вот, исходя из того, что я напортачила сегодня, я не записала свой мейкап. Я сделаю завтра утром вам. Вот, а сейчас пока прощаюсь. Это значит, вот я хотела вам показать Dior Addict. Lip Glow to the Max. Первое. Travel Size Метеориты. И Prism Givenchy. Вот это три новые штуки. Хотела еще сказать про карандаш серый. Скажу побольше завтра. Просто хотела вам как бы показать, если кто-то идет шопить, заинтересуется. Посмотрите, у Lancome очень хороший серый, вот такой приятный карандаш. Вот он, серый. Потому что темный, как бы он уже вот он не то. А вот этот очень хорошо именно вот на летний, на весенний сезон. Эх, что-то я расстроилась, что у меня не записалось ничего. Ну ладно. Ладно, девочки. Всех поздравляю с праздником. Отличного настроения вам и много цветов. Пока.